Чудо из чудес этот музей-заповедник. Нет такого второго во всем мире. Объединяет он прекрасно отреставрированные памятники русской архитектуры, гордость нашу, жемчужины национального зодчества и современнейшие комфортабельные гостиницы для туристов, которые приезжают сюда и со всех концов нашей земли, и из десятков зарубежных стран. И за всем этим стоит целеустремленный, увлеченный труд коллектива этого заповедника, людей очень разных профессий, но одинаково влюбленных в свою работу, настоящих энтузиастов своего дела. Вот здесь, на территории бывшего монастыря, сейчас создается новый центр. Руководит реставрационными работами в Покровском гостинично-музейном комплексе прораб Михаил Михайлович Шарон. Сам я суздальский, родные мои тоже суздальские, отец и мать, дед суздальский. Суздаль я очень люблю. Вот сейчас делаем гостиничный комплекс. Хочется сделать, конечно, хорошо. Дома с виду, они делаются под 18-17 век, а внутри со всеми удобствами. Ну и, в общем, будет создавать полный уют и комфорт жить, кто будет здесь проживать. Михаил Михайлович Шаронов тоже в числе сотрудников комплекса, удостоенных звания лауреатов Государственной премии РСФСР. В соответствии с советским государственным законом об охране и использовании памятников старины, рационально и изобретательно эксплуатируется здесь каждый сантиметр полезной площади. Ну вот здесь, например, в этом здании сейчас, как видите, музей хрусталя и миниатюры. Тут и встретились мы с генеральным директором заповедника Алисой Ивановной Аксеновой. Алиса Ивановна, когда 18 лет тому назад вы стали директором заповедника, что составляло ваше владение? Ну, музей был значительно меньше. У Владимира работало две экспозиции, и в Суздале одна. Ну, за год наш музей посещало 80 тысяч. А сегодня? Ну, сегодня уже несколько лет подряд 1,5 миллиона человек. И причем такая деталь. За один зимний день нас сейчас посещает, экскурсии проводится больше, чем за весь 1960 год. Думается, наша главная задача, то, что мы доносим до наших посетителей, до подрастающего поколения. Вот все то, что мы можем рассказать очень убедительно о славной истории нашего народа, о великом культурном наследии.